Привет всем! Привет! Это те самые из Брянска. У нас сегодня отличный день, и мы сегодня собираемся полетать на самолете. Ура! Благодаря Насте и ее компании у нас есть отличная возможность сегодня пролететь на самолете Cessna. Мне на день рождения подарили сертификат на полет. И вот мы летим. Сейчас мы уже находимся на аэродроме. Пойдем готовиться. Все покажем. Настюш, что ты думаешь обо всем этом? Страшновато. В ожидании нашего полета осталось 10 минут. Надеюсь, что мы получим от этого удовольствие. Мне страшно, у меня это вообще первый полет. Миша хотя бы летал на кукурузнике и на обычных самолетах, а я ни разу не летала. Cessna 172 Skyhawk – американский легкий самолет. Выпускается компанией Cessna. Самый массовый самолет в истории авиации. С 1956 года построено свыше 44 тысяч самолетов. Именно на этом самолете в день пограничника 28 мая 1987 года нарушил воздушное пространство СССР гражданин ФРГ Маттиас Руст. Нетронутый советскими ПВО, он вылетел из Хельсинки и совершил посадку в Москве, недалеко от Красной площади, на Васильевском спуске. За свою выходку был арестован и осужден на 1,5 года. Прошел наш полет, который длился немного времени, всего 10 минут. Но спасибо пилоту Николаю, который сделал этот полет очень крутым. И незабываемым. Николай разрешил мне поуправлять. Я поднималась вверх, вниз. Можно было улетать в сторону. Потом он показал нам трюки с водой. Когда стоит бутылка, и вода не меняет свое положение, то есть она не движется, хотя самолет сам уходит в разные стороны. Эмоции просто... вот такие, когда ты видишь все сверху, все маленькое. У меня был это первый полет, и я думаю, что не последний. Спасибо Настиной организации за то, что нам организовали такой замечательный полет. А компании «Авиадух» спасибо за то, что сделали этот полет таким интересным. Спасибо ДСП за то, что вы вот такие. Спасибо вам за подарок. Очень понравилось. Сейчас мы находимся вообще на взлетной посадочной полосе, так что мы должны записать это как можно быстрее. Настя, давай, заканчивай уже. Все было круто, все понравилось. Смотрите, ставьте лайки и летайте. С вами были те самые из Брянска. Мы полетели домой. Пока!